Здорово всем, на связи Бородач, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я хочу разобрать новый ARG сериал от моего подписчика под названием Help My Chicken 666. Если честно, мне это ARG почти не зашло, под конец видео я скажу почему так. Ну а перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра. Перед разбором видео давайте разберем описание канала. И тут у меня уже возникли проблемы. Переводчик либо плохо знает арабский, либо автор сам так написал. В общем, один бред. Идем к видео. Первое видео называется «Мертвый чикен». Почти все видео идет под галлюциногенные эффекты, лишь в конце есть что-то интересное. Итак, можно наблюдать, что ГГ немного плохо, и перед его лицом появляются глаза. Главный герой спрашивает, кто он, и то, что он мертвый. Глаза ему говорят только свое имя, и кто-то из них кричит о помощи. Ясно лишь одно. Главный герой знает эти глаза, если он говорил то, что они мертвы. Можно сразу предположить, что ГГ находится в потустороннем мире, где можно видеть души. А также на это намекает и само название видео. Переходим к следующему видео под названием «Моя помощь смертельна». В видео ГГ просто что-то строит, пока в конце снова у него не появляется какая-то тварь, которая молча нападает на него. В видео особо нечего разбирать, поэтому идем дальше. Следующее видео называется «Жуткая голова». В видео у нас прогулка по ночному городу. И снова в конце появляется какой-то монстр, в данном случае маска. Также помимо обычных видео, у нас есть один шортс, который сильно на данный момент отличается от содержания остальных видео. Из шортса я понял то, что Бог любит животных, и на данный момент на этом ARG заканчивается, и у меня нету особых теорий, что же тут может происходить. Теперь я хочу рассказать, почему же мне это ARG не понравилось. Во-первых, это однотипные ролики. Уже в трех видео мы видим, как ГГ где-то ходит, и перед лицом у него появляются разные монстры. ХЗ, возможно, это такой подход, и за это я не буду судить автора. Во-вторых, посторонний звук в видео, просто послушайте одно из этих видео. Советую автору записывать звук только из самого геймплея, либо его вообще убрать. Надеюсь, автор на меня не обидится, и желаю ему исправить свои ошибки и продвинуться. Ссылку на его канал я оставлю в описании. На этом все, желаю всем удачи и пока-пока.